Hi, I'm goaltender for Metallurg, Mark Ritter-Dorf. Привет, я Юха Олкинора, вратарь магнитогорского «Металлурга», и добро пожаловать в клуб хоккейных путешественников. Я из Финляндии. Финляндия красивая, там много лесов, озер, и мы любим хоккей. Столица — Хельсинки, и это самый большой город Финляндии. Вот откуда я родом. Мне нравится даунтаун. Даунтаун крутой. Там много ресторанов, магазинов. Там также рядом море. Я играл пару лет в Калифорнии, и это было прикольно. Утром ты тренируешься, потом игра. Случается, что ты проигрываешь и чувствуешь опустошение. Но ты выходишь на улицу, солнце светит, ты можешь пойти на пляж, устроить барбекю. Ты забываешь о хоккее. Жизнь прикольна, когда ты живешь в Калифорнии. Я немного был в Британской Колумбии, это на западном берегу, там, где Ванкувер и прочие города. И мне очень понравилось. Тепло, много озер. В то же время это хоккейный город, как Торонто или Виннипег, и там крутые болельщики. Я был в Виннипеге, в фарм-клубе Виннипега. Там огромная страсть к хоккею. Это спорт номер один. Классно за этим наблюдать. Владивосток — отличный город, он красивый, там страстные болельщики. КХЛ — по-настоящему хорошая лига. Классно быть здесь и играть на таком высоком уровне. Мы здесь для хоккея. Арена и все вокруг восхитительно. Мы знали, в какой город мы едем. Мы все изучили через интернет, прежде чем сюда приехать. Но и болельщики здесь очень любят хоккей, и это здорово. Здесь мы будем соседями с Песанином и Ламика. Я думаю, мы арендуем дом, и это будет весело. Мне почти 30 лет, Песанину уже 30, и сейчас мы стали соседями. Будет круто. Я раньше любил путешествовать, но сейчас, потому что у меня было очень много переездов из-за хоккея, я хочу просто побыть дома. Но, конечно же, я люблю необычные места. Я думаю, что всем нравится путешествовать. Всем нравятся каникулы.